анализ конкурентов рассказывать не надо. Хорошо, вы уже несколько человек прибавили. Здравствуйте. Так, ты кто? Смирнова. Защиту приглашает Смирнова Ксения Сергеевна с темы «Дизайн-макет периодического издания». Еще раз здравствуйте. Хочу вашему вниманию предоставить мой проект. Это дизайн-макет периодического издания под названием «Твоя еда, твои правила». Это периодическое издание газета. Я сделала это так, как я, чтобы сказать свое отношение к газете. Ну, какая-то концепция, мои какие-то ощущения в нее. И тебе передаю. Мой логотип этой газете – это сборный. Он шрифт такой. Это изменный шрифт, альбионный титул. Главное словосочетание – это слово «твоя еда». Оно перечеркнуто. Это я делала намеренно, символично. И я хотела сказать, что в моей газете нет еды в традиционном смысле. И поэтому я его зачеркнула. Стрелка идет как дорога, как указание в твои правила. Газета как периодическое издание, как нечто иное, играет, как ничто иное, играет по нашим правилам. Мы когда хотим, тогда ее читаем. Мы можем ее передать друг другу, мы можем ее забыть где-то, мы можем ее найти и прочитать. И спустя даже какое-то время, два дня, неделю, информация все равно дойдет до человека. И мне кажется, это символично также твои правила. Мы играем по своим правилам. Концепция моей газеты. Еда как искусство. Газета погружает в мир необычных рецептов, необычных продуктов, нестандартных ресторанных мероприятий и кулинарных путешествий. На странице газеты предлагается размещать экзотические рецепты, интервью в виде свободной беседы с владельцем ресторана. Газета рассчитана на аудиторию, которая интересуется творческим подходом к еде. Это модно активные люди, которые любят выбирать. Это молодые люди, 20-35 лет, которые любят путешествовать, любознательные, активные и творческие. План газеты. Предполагается размещать больше искусства, больше дизайна, чуть меньше рецептов и совсем мало советов. Больше искусства и дизайна. Формат. Я выбрала специально мини-татуру. Он большой, он привлекает внимание. Его удобно смотреть на иллюстрации, на картинки, на мою графику. Он привлекает внимание, и это главная цель. Тираж 5000 экземпляров, периодичность один раз в 2 недели, полосность 12 полос, распространение бесплатное. Мои рубрики. Первая рубрика, она задает всю тематику, все направление моей газеты. Это интерьер-дизайн. Эта рубрика о новом течении дизайна, дизайн о процессе любви, о каком-то нестандартном эмоциональном удовольствии. Иногда шокирующих мероприятий, перформансов, каких-то выставках, рубрика рассказывает о дизайне в этой сфере, об их творчестве и жизни. Далее идет рубрика «Шеф-герой». В этой рубрике можно будет ознакомиться с внутренней жизнью шеф-повара, каких-то эксклюзивных рецептах, эксклюзивных почерк. Также можно будет ознакомиться с меню, которое он преподносит в том ресторане, в котором работает. Далее у нас идет рецепты. Рецепты непростые. Рецепты нестандартные. Рецепты шокирующие, какие-то такие, которые вы никогда не заинтересуетесь в обыденной жизни.
Дальше идет миф или реальность. Это рубрика каких-то фактов или правда и правда, рецепты, которые также нам людей. Далее у нас фуд-дизайн. Фуд-дизайн — это эстетическое удовольствие. Это больше ощущение, вообще ценность еды, как еда пищи уходит на задний план и преподносится как визуальный объект, как что-то красивое, необычное, которое апельсин-томат. Дальше идет рубрика «Правильный выбор». «Правильный выбор» — это рубрика идет в поддержку, собственно, спонсора всей этой газеты. Это магазин, сеть магазинов «Пустовая почта». В этой рубрике рекламируются все продукты, фрукты, овощи этой компании. Они меняются из номера в номер по актуальности, по времени года, по потребностям людей, тот или иной период временной. Шрифты. Я выбрала тут три гарнитуры. Они все без засечек, чтобы подчеркнуть современный дизайн, современное течение. Цвет я использовала тут. Положительно в больших тиражах это будет два цвета. Черный и антон. Цвет я с намерением использовала как два, чтобы структурировать газету, чтобы бюджет сохранить, так как она бесплатная. И вот. Дальше. И места распространения. Это сеть магазинов «Фруктовая почта». Они газеты будут отдаваться при покупке от 1500 рублей. Или его можно будет просто взять по желанию на стойке рядом с кассой. Так будет в вот, гастрономические фестивали и арт-центры. Я искала решение и вдохновение у Невилла Броуди в его журнале «Рейган». Также я нашла в просторах интернета газету, где мне очень понравилось решение цветовое, и я его использовала в своем издании. Также. И вначале у меня была газета совсем другая. Я делала ее органичной, и мне хотелось очень сделать газету именно такую. Я думаю, что это очень актуальная тема и интересная. Я бы очень с удовольствием читала бы издание. Но я подумала, что мне что-то не хватает. И оно какое-то скучное и, скорее всего, как минимум. Поэтому дальше у меня был запас фантазии. Яркое, но не чудовищно. И, собственно, после двух газет я пришла к этой третьей, которая мне очень нравится, и все.